Водители возглавили рейтинг наиболее травмоопасных профессий в Могилевской области по итогам 2014 года. Не оставила это без внимания рубрика «Автомат», которая представляет новые дорожные курьезы. В Беларуси камер фотофиксации станет еще больше. Сейчас на трассах и в городах страны работают 187 стационарных и 21 мобильная камера. В 2015-м планируется увеличить это количество почти в два раза. Надеемся, наказание рублем за превышение скорости поможет уменьшить количество происшествий на дорогах. Могилев и уже классический пример наглости на дороге — площадь Орджоникидзе. Несмотря на знаки приоритета, водитель «Газели» бесцеремонно проезжает перекресток первым. А здесь даже лишний текст не нужен. Дорога с односторонним движением. То же самое, но уже в столице. Нарушитель себя таковым не считает. Вот что бывает, когда в багажнике нет знака аварийной остановки. Приходится пользоваться обычной коробкой. Можем предположить, что огнетушителя и аптечки у этого водителя тоже не было. Самое обидное нарушение – это когда виноват не по своей вине. Очередной раз на дороге происходят случаи, когда настоящий виновник ДТП покидает место аварии. Спровоцировал и уехал. Переходим к любимым парковкам – Могилеве на Криулина и возле Евроопта на Гагарина. С такими горе-водителями у нас борются интеллигентно, оставляя записки на стекле. Самые креативные – вашему вниманию. Дакар окончен. Впервые в истории белорусский экипаж финишировал в десятке сильнейших. На самом сложном ралли-рейде команда «Маза» заявила о себе и не как об участнике массовки, а как о серьезном конкуренте и претенденте на самые высокие места. Пилот Александр Василевский оказался лучшим из белорусов, показав итоговое 10-е место. Впервые в истории к финишу гонки пришли все три грузовика «Маза». Победителем же стал Айрат Мардеев из команды «КамАЗ Мастерс». Ждем следующего «Дакара» еще большего успеха от белорусской команды. Будьте добры и отзывчивы к окружающим и делайте добрые дела. Как этот водитель «Газели», почистив свой автомобиль, пока тот прогревался, он решил почистить и другие машины. Присылайте свои дорожные истории в рубрику «Автомат». Наш адрес неизменный – рубрика «Автомат» собакатут.бай.